Всем здорово, танкеры! Сегодня, можно сказать, последний день, когда работает и появляется розыгрыш бомбический на евросервере. Я желаю вам приятного просмотра, всего наилучшего, ведь мы в этом видео, я вам покажу, как брат мне выбил на аккаунт, ребят, два раза, просто на разных аккаунтах два раза бомбических 20 штук. Получается, его запись с телефона я ускорил, чтобы не затягивать, но с мистикой ему тоже люто везет, он просто 3К... Три косаря галды достал, неплохо. Так, ладненько, за 350 он крутит, понятненько. За 400, понятненько, за 450. Короче, ему то везет, то не везет. Однако, он выбил 20 бомбических, красава. Представляете, как он рад, там сидит просто. Он, понимаете, он, главное, выбивал мне коллекционки, десятки, и так кричал от радости. А когда выбил просто вот этот розыгрыш, друзья, 20 бомбических, он просто замолчал от неожиданности. Ну что, друзья, а теперь мы уже начнем их открывать. Готовы? Самое интересное. Погнали! Будем открывать с анимацией, проверим, как у нас получится. А во второй раз, возможно, без анимации будем. Так, ладненько. Ребят, честно, много в последние разы выпало просто космос, что просто что-то чем-то. А, какой просто космос, мамочки мои, я уже туплю, ребята, это бомбические контейнеры. Что-то вообще летаю уже. Так, ладненько, мистический контейнер, хорошо. Чего же дальше выпадет? Так. Ребят, я просто только проснулся, сорян. Я немного не супер-мега активный, однако... Выпадает нам золотишко. Да все еще спят, что я буду шуметь, да? А контент надо делать. На месте стоять им нужно. Короче, ребят. Чего? Скипанул ВК! Это как работает, ребят? Давайте скипать лучше. Чего за... Так, неплохо, наградки, неплохо. Черный ящик. Сойдет. Не, ну ВК скипанул, это, конечно, жестко, ребят. Очень жестко. Так, я не дождался второго раза, я хочу скипать все-таки, потому что, ну да, не сильно люто повезло, конечно, но, ребят, но ВК-91П уже один есть, опупенно, круто. Ладненько, это еще не конец, друзья, это не конец. Давайте покрутим розыгрыш бомбический и сольем золото под конец, так сказать, попрощаемся с розыгрышем бомбическим. Понятно, что он когда-то по любасу еще будет, возможно, один раз в месяц. Ну, кто его знает, друзья. В любом случае, еще нужно ждать, короче, куча времени. А так он у нас есть хоть. Так, ладно. Так что давайте ценить все, что у нас сейчас есть. Даже если за одно золото брату выпадает. Точнее, мне выпадает огромный сюрприз. Это я уже здесь открываю. Это просто что-то с чем-то. На тебе. Ого, 3 сертификата по 28 к свободке. 1000 золота. И танчик. Танчик. Что-то танчика не хотят. Давайте мне собери все. Я же скипаю, правильно, О! Супер Хелкан все-таки сработал, ребят. Он станет коллекционкой в конце мая, так что нормально. Так, поскипаем мистики. Просто вот так, как есть, да? Посмотрим, повезет. Да, сертификат! Отлично. Свободка, прем-аккаунт, свободочка, сертификат. Класс. Это просто замечательно. На тебе, ВК-4503 и CS-52 лис. Ребят, два танка, которые станут коллекционными. Сука, ПЗ-50Т, имба. 5000 косарей голды. Так, ладненько. Друзья, получается, у меня уже 3 танка, которые по 2500 золота будут продаваться в конце мая. Это очень круто. Это все обалденно круто. Так, ладно. Ну и плюс выходил стандартный, ребят, и огромный сюрприз падает опять. Да ладно. Так, за одно золото 2 мегаконта. Вот это я понимаю. 3 мистика, хорошо. И 2 мегаконда, ой-ой-ой. Кстати, этот розыгрыш, ребятки, еще работает, еще немножко осталось, совсем чуть-чуть. На самом деле он уже не появляется ни у кого, так что забудьте за это. Так, ладненько, хорошо, на тебе. Я просто, понимаете, не успеваю выкладывать все части, слишком много их. Просто понападало бомбических, просто очень радостно, очень. Фух. Так, шоу, потихоньку фармим голду и черные ящики второго уровня, ребят. Так, давай, повезет, еще. Ах, хитрюшки. Ладно, на тебе, ух ты, четвертый сразу. Сойдет, а что дальше будет? На тебе, шестую, да ладно, ребятки, шестой. А, это уже поспешил, кто же меня тянул за хвост, ладно. Огромный сюрприз.
АМХ-1357. Я же говорю, часто выпадает, но в этот раз голда уже. Так, мегаконты. Хорошо. Ну, слабовато как бы, да. Наверное, скипать лучше их не скипать. Ну что ж, давайте еще сольем золото. На немерную аватарочку, правильно. Очень много золота. Так, ребят, я желаю вам лучших выпадений. Кто еще открывает эту рулетку под самый конец, кто еще сделал твинки и сыграл 16 боев, и там есть у вас золотишко немного, кто люто будет сейчас открывать рулетку. Просто желаю вам удачи, чтобы выпадало вам самое-самое лучшее. Фух. Да, друзья, на этом аккаунте еще не было крушителя. Это до появления крушителя розыгрыша. Это все я записал. Так, ладненько. Нате! Ну, танчик. К сожалению, танчик не выпадает, однако сертификат на 28 свободки, 1000 золота дарит нам обалденное настроение. Хорошо, второго уровня черный ящик, второго уровня еще. Все. Ох, баланс этот, конечно, вселенной. Ладно, друзья, ВК-1-1П у нас есть, еще пару прокрутов. Ууу, кастомизашка. Давайте сюда сольем. Да, 3 мистика, сойдет. И анимерная аватарочка. Так, ладно, нате. К сожалению, друзья, вот так вот. Ладненько, в любом случае у нас есть прем-аккаунт, у нас есть ресурсы, так что давайте сейчас просто посоединяем. Кстати, сертификат на 350 тысяч свободки. Ой, как это приятно звучит. И сертификат на прем-аккаунт использую, друзья. Просто зацените, сколько у меня према, мамочки мои. А теперь Луксарил Лоунч как поскипаем на максималочку. Давайте покажу. Нате. Так, что там выпадет? Давай. Мне бы скептера или Астон Рекс, или хотя бы голдишку уже залутать на ровном месте. Ну, давай, повези, ну же. Кстати, поначалу реально... О, золотишко выпало немножко. Прикольно. Так, давай, ножи. Что-то, короче, ребят, не очень фартит, вообще люто не фартит. Ладно, друзья, это жестко было. Зато выбили коллекционку и 3 танка дополнительных, это очень круто. Поехали дальше. Короче, дальше показываю второй раз, как брат выбил еще 20 бомбических. Однако начиналось все с того, что он достал просто один черный ящик, у него второй, третий уровень, а с этих вообще четвертый и пятый. Он такой, да ладно, он мне так радостно это все рассказывал. Но, к сожалению, в пятом не повезло, и в четвертом тоже в... насчет этих черных ящиков. Ладно, за 400 золота собери все. Потом за 450 золота он выбил анимированную тарочку. И за 500 золота... понятно, кастомизацию. За 550 еще черные ящики. И за 575, ребят, что он выбил? 2 мегаконта. И за 599. Давай. 2 мегаконта и за одно золото, ребятки. За одно золото. А нет, не за одно золото. Я что-то перепутал. Да, еще раз за одно золото. Так, ладно. Тут ему выпадает еще золото, он мега рад. Так, давай черный ящик второго уровня, хорошо. Кстати, ребят, досмотрите до конца, я загадаю танчик, вам обязательно, вам понравится. А тут у него все, на этом все. Мега контейнеры, может ему везет? Не, ну, как сказать. Мне кажется, мега контейнеры у всех по одинаковому, нужно просто открывать на 30 секундочку, ребят. Все-таки лучше на 30 секундочку. Так, ладно, сверяй все. Ну что, готовы? За 665 выбил еще черные ящики. За 795. И за 850, мамочки мои, за 875. Я уже думал, реально сейчас выбьет. За одно золото, ребятки, за одно золото. Давай, да! Он за одно золото просто выбил 20 бомбических контейнеров, ребят. Понимаете, то чувство, когда ты за одно золото выбиваешь 100 долларов. Жесть просто. Вот столько он примерно и выбил, ребят, за одно золото. Так что вот так-то. Конечно, стоит посмотреть, друзья. Спасибо за лайки, за комментарии, вы самые лучшие. И обязательно дочитайте комментарий, который я закрепил, потому что он очень длинный, и вряд ли вы его дочитаете. А если вы дочитаете, то красавчики. Ладно, друзья, и, короче, что могу сказать. Здесь он выбил хорошие 20 бомбических, и теперь мы их уже откроем. Посмотрим, как мы будем открывать. Приятного просмотра, погнали. Нате, давайте с анимацией. А там посмотрим, как будет фартить. Так, 1500 золота, неплохо, черный ящик. Давайте с анимацией пока открывать. Так, давай. Что-то золота вообще не дали, ребятки, как так-то? Так, ладно, сколько много. 1000 золота, отлично, и месячный контейнер. Но это еще не конец, ребят, не конец. Ого-го, сики наград, да ладно. Да, наградки, конечно, не крупные, но их много. Тоже приятно.
Так, ну а здесь 750 золота. В принципе, это лучше, чем 750 золота. Хорошо, давай дальше. Дальше. 100 золота. Не, ну вы щедрые ВГ, вообще красавчики. Прикиньте, кто-то вот так вот покупал бы столько контейнеров за 100 долларов. И просто ему вот такое бы выпадало. Мне кажется, там была бы накрутка, вот и все. То есть им бы выпадало получше. Но это не точно, ребят. Это все наши теории, воображение. Хотя все часто так все и выпадает, что так хочешь сказать, накрутка. Так, ладненько. Давай. Бомбическую компенсацию, 100 золота. И последний, ребятки. Ну, не последний, конечно, но... Так, 100 золота. Еще 10 штук с плюсом. Так. Ну, что-то вообще не везет люто, ребят. Ну, как так-то вообще? Это бомбический или что? Так, ладненько. 10 тысяч золота, да ладно, ребята. Вот это фартануло брату. Не брату, а мне, конечно. Но он выбил 20 бомбических, поэтому я так говорю. Так что красавчик вообще. Так, ладно. Ребята, это просто что-то с чем-то. Да это жесть какая-то. 10 тысяч золота. Почти догнал по открытиям то открытие в шорте, где два раза подряд скипанул 10 тысяч золота. Там, где моя девушка выбила 20 бомбических. Химера, ребята, да ладно. Прикольно, коллекционный танк 8 уровня. Вот это я понимаю. Можно продать за 3750 золота. И поскольку это твинки, где я действительно, ну, для открытий только их держу. Так что, ребят, давайте, наверное, мы их будем продавать по любасу рано или поздно. Для открытий. Ну а вдруг ресурсы? Нам же нужны ресурсы, друзья. Новый год будет. Это же вообще классно. Столько там контента будет, что вам просто люто очень понравится. Сколько снежных шаров мы выбьем. Да это просто бомбочка какая-то. Так, ну, знаете, жирная награда больше не падает пока что, да? Однако, давай. Ну, да, 10 тысяч золота прям было вообще сок самый. Не, ну один танчик залутали коллекционный, что могу сказать. И на этом спасибо. Учитывая, что мы сейчас будем это все сливать на розыгрыш, так что посмотрим, что нам выпадет. О, 1000 золота. Давай, собери все. Так, ладно, мистик. На тебе. Понятненько. И черный ящик. Короче, не фартануло. А нет, фартануло. Третьего уровня черный ящик. Имбулька. Так, второго уровня. Хорошо. Фух, давай. На тебе. Два контейнера черного ящика третьего уровня. Ну же. А, понятно. Ладно, друзья, давайте покрутим розыгрыш бомбический. Здесь все дорого, но мы будем сливать все равно. Нам нужно огромные сюрпризы достать. Надеюсь, мы как-то, ну, приумножим золото, которое у нас уже есть. Или просто покрутим, чтобы ресурсы. Понимаете, мне сейчас важнее очень ресурсы, чтобы действительно на Новый год собирать как можно больше свободки. И, в общем, свободки. В основном свободка, друзья. Так, ладненько. Ну что ж. А я пока загадаю танчик, который вы, возможно, не отгадаете. Но если отгадаете, пишите комментарии, я вам отвечу. Если вы отгадали правильно, я скажу вам это. А если нет, то нет. Так, ну что ж. О, огромный сюрприз. Замечательно. Короче, друзья, танчик будет 7 уровня. У него будет 220 с плюсом средний урон. И он даже может взрывать боеукладки. Хорошо. Короче, очень имбовый танчик и быстрая КД у него. В общем, да, друзья. Еще могу сказать, что у него башни поворачиваются медленно. Все. Я думаю, все, что могу сказать, я уже сказал. Так что, ребятки, пишите комменты, как вы думаете, что это за танчик. А я вам буду говорить, правильно ли вы отгадали или нет. Так, ну в этом розыгрыше тут уже тоже попрощаемся, ребят, с ним. Потому что он уже давно как бы исчез, на самом деле. Уже день как. Или два. Так, ну что ж, мистики, погнали. 100 золотишко. Серебро. Свободочка. Серебро. Сойдет 30 дней премчика. Неплохо. На луксари лаунж еще сольем. Так, золотишко. Прем-аккаунт. Хорошо. Не, ну, помните, когда самые первые разы мы открывали мистики на своих аккаунтах, когда их только добавили? Ой, жестко. Короче, ребят. Имба. Полная имба. Вот и все. Торнваген выпал. Вообще класс. Так, ну и с мистика 4000 свободки. Ну и остались черные ящики. Так, давай. Ребят, поддержите, пожалуйста, лайком канал, чтобы... Просто, чтобы я не заснул, потому что если я засну, контента не будет. А я просто уже зеваю, понимаете?
Так что, пожалуйста, поддержите лайком, чтобы следующее видео было намного бодрее. Вот и все. Так, ладненько. Ух ты, 350 тысяч свободки, ребят. Короче, опять залутали. Не, ну что могу сказать, это очень все круто. Давайте сольем все ресурсы на Luxury Launch, посмотрим, что у нас в итоге останется. До последнего сети просто сливаю. Пару бустеров, думаю, не важно. Ну что ж, погнали. Так, ладно. Все равно, ребят, желаю вам удачных открытий, лучших выпадений и, конечно же, чтобы вам тоже везло, так как тогда, когда мне везет. Ну, в общем, когда мне не везет, я просто отдаю вам свою удачу и все, все, всему свое время, короче. Фух. Ну что, друзья, это было круто. Ого, я собрал танк ИСУ-122C. Вот так вот. Все, друзья, спасибо за просмотр. Желаю вам счастья, здоровья и лучших выпадений. Конечно же, лучших каток. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик на все уведомления, чтобы не пропускать новые ролики. Пакеда! Юху!